За столами 80 человек, всего 13 семей. Награды заслужили радостным, но не всегда легким трудом, воспитанием детей, в том числе и приемных. Среди семей, которые поздравила глава региона, есть и воспитывающие по 11 детей. Посмотрев в глаза ваших детишек, эти ребятки, эти девочки и мальчики, они на самом деле будут ощущать всю свою жизнь ответственность за судьбу своей семьи, за судьбу своих братиков и сестричек, за судьбу своих родителей, за судьбу своей малой родины, Кубани, и за судьбу великой России. Спасибо вам большое. И еще раз. И низкий поклон. На празднике Вениамин Кондратий вручил и высшую правительственную награду за заслуги в воспитании детей. Орден «Родительская слава» получила семья Котлеровых из Василковского района. Остальных отметили медалями Краснодарского края за родительскую доблесть. Всего на Кубани более 50 тысяч многодетных семей.